Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский комсомолец» с ссылкой на источники. По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако у певицы диагностировали обширную двустороннюю пневмонию. Кроме того, клиническая картина болезни абсолютно коронавирусная. «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», заявили собеседники в медицинских кругах. Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких, АЛВ, который применяется при тяжелой пневмонии. Просто чтобы во сне не ерзала и не сбивала трубку аппарата, которая должна находиться в неподвижном состоянии, приводит издание слова источников. В целом состояние певицы оценивается как стабильно тяжелое, однако имеет положительную динамику. Вероятность благополучного выздоровления, по словам собеседников, весьма велика. Как утверждают медики, анализы могли казаться отрицательными из-за мутации вируса. Существующие тест-системы определяют РНК вируса, а не антитела в организме, поэтому если вирус поменял штамм, тесты могут не распознать новую разновидность. Артистка находится в одной из частных клиник Москвы. Ранее телеграм-канал Мэш сообщал, что у Бабкиной нашли коронавирус. Эстрадная певица почувствовала себя плохо еще 1 апреля. После этого медики предварительно диагностировали у нее пневмонию и забрали в больницу, где провели тест на COVID-19, который оказался положительным.